Всем доброе утро. Сегодня я спал в таком кемпинге в окружении автокемперов. И единственная моя палатка. На самом деле это заповедник, и поэтому я не нарушал правил, не спал вот на заповедных дюнах. А поэтому дошел специально до пляжа. Видите, даже он в 2020 году признан одним из чистейших. Мы видим с вами, вот два флага висит, показатели чистоты пляжей. И пляж этот находится в очень диком месте, непосредственно посередине заповедника. Машин немного, уютно. Да и спал я хорошо, несмотря на то, что уже поздно вечером ко мне подъехал трейлер из Германии с немцами. Но у нас было приятное соседство. Так выглядит место кемпинга посреди заповедника. И вот он сам пляж, оборудованный мусорками. И даже при входе на пляж висит санитайзер. Я только что продезинфицировал руки и буду пить кофе. Друзья мои, вот многие спрашивают, что у меня на завтрак. Ну, вот в 90% случаев, которые были в Португалии, вот такой у меня продуктовый набор. Это молоко в районе 50 центов и кранчи, обогащенные разными витаминами, и либо с орехами, либо с фруктами, по-разному бывает. То есть вот килограмм где-то 2,53 евро стоит. Вот такой у меня завтрак. Почему в 90%? Потому что 10% это либо у меня не было завтрака вообще, либо это уже он приблизился к обеду, и я уже переходил на другую пищу. Так что вот так. Каждый день над безграничной территорией пляжа поднимается флажок. Сейчас это зеленый флажок, который позволяет купаться, загорать. Ну, в общем, чувствовать себя свободно. Еще есть желтый и красный флажки. Но они уже понапряжнее. Но пока не будем об этом. Мне кажется, работе этих спасателей на пустынном пляже многие сейчас могут позавидовать. Сидят ребята, наслаждаются, наблюдают океан. И никого нет. Что, друзья мои, поговорим об обеде и перекусе. Когда есть магазин, то это всегда хорошо. Не всегда они есть и не всегда бывает так, что в наличии продукты. Но когда есть магазин, я беру мясное для себя, нарезку какую-то, бекон, сыр, хлеб, овощи, видите. Также я всегда покупаю, стараюсь местное пробовать. Но не только вкусное, но и дешевле. И всегда нахожу какие-то новые вкусы. Вот, например, козьи сырки молодые, такого приблизительно размера, как эта ракушка. Очень вкусно. Ну а когда еды нету, я беру консервы, какие-то крекеры, ну, перекусы соленые, например, семечки или кукуруза. Так что такие дела. И мне заказали классный напиток от хорошего, заботливого человека. Куркума, лимон и имбирь. Буду бодриться. Ваше здоровье, друзья. Thank you.
Дюна и Лиман, то есть лагуна. Вот это промоина. Мечта для тузловских лиманов. Сегодня это мой рабочий кабинет на один час. Не пугайтесь, это не океан, это лиман, который в португальском называется лагуна. Вот так выглядит место. Ну и здесь очень тихо. Океан бушует за барханом. Наши с вами любимые досточки. Всегда приятно по ним идти. Даже босиком. Ну а такой может быть ужин. Меня вчера спрашивали, а есть ли комары? Да, ребята, вот они. Посмотрите, сколько. Облепили все. Но они с той стороны, у них нет шансов. Всем привет. И такое утро у меня из окна. Да практически из двери. Да и вообще из студии. Кофейной. Творческой. Ну а там шумит океан. Друзья мои, ну и на диком пляже можно всегда создать что-то красивое и вкусное из простых продуктов. Так что не ленитесь. Приятного аппетита. Сегодня наконец-то поплавал. Вода градусов 18, наверное, 17. Бодряк такой. Все смотрели фильм «Изгой»? Привет, друг! Пляж Дегале и очень необычные обрывы. Ну очень. Посмотрите, какие они фактурные. Я просто в восторге. Какая структура. Еще и в лучах закатного солнца. Отлучился на минутку, а у меня уже тут охранник. Спасибо, дружок. Отдыхаешь, да? Ну да, что еще здесь делать? Слушайте, ну классные такие структуры. Нравится. Это дикий пляж. К
как солдатики. Первая движуха, которую я слышу. Вода 19, воздух 22 сегодня. Самому в пляс захотелось. Друзья мои, я сейчас в поселке Карвальял, в котором ночевал в марте в сумасшедший ливень. Всю ночь лил дождь. И вот сейчас я сюда дошел. И здесь 2500 километров моих. Я спешил в магазин, потому что Google показывал, до 19.30 работает магазин. Прихожу в 19.35, и он открыт, представляете? Хотя вот написано, что до 7 работает. Ну и зато у меня теперь есть еда, есть чем отметить. Друзья мои, ну я за то, что есть надо красиво, даже если находишься в очень диких местах. Сегодня у меня 2500 километров пешие по Португалии. Поздравьте меня. Я, конечно же, хотел, чтобы было все красиво. И сегодня простая еда. Выглядит довольно симпатично, правда? Ветчина, яйцо вареное, оливки и местный сырок Алькасер ду Сал. Это городок, который находится рядом. И это фрешку, свежий сыр. Сегодня впервые меня поняла продавщица. Я сказал фрешку, и она просто сразу поняла, что я хочу. Так что победа маленькая.